Российские байкеры, участники пробега «Дороги Победы» на Берлин, не меняют график памятных мероприятий, несмотря на задержку основной колонны на российско-польской границе. В Варшаве наши мотоциклисты, те, кто прибыл в эту страну заранее, вместе с представителями польского мотоклуба и группы байкеров из других европейских стран, возложили цветы на военном мемориальном кладбище. Там похоронены 22 тысячи советских воинов, освобождавших Польшу от фашистов. Впереди Вроцлав, Освенцим, Вена и Прага. Завершится мотопробег 9 мая в Берлине. «Ночные волки» уверены, сорвать акцию не получится, хотя байкерам, даже гражданам ЕС, отказали во въезде власти Польши и Литвы под предлогом мер безопасности.